конце февраля председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выступил с инициативой о составлении рейтинга депутатов Госдумы. За основу рейтинга были взяты три критерия деятельности депутатов – законотворческая деятельность, публичные выступления в парламенте и количество упоминаний в СМИ. Граждане должны не только знать о том, что делает власть, но еще и должны очень серьезно влиять на принятие решений. Считаю, что для организации системы рейтингования и депутатов регионального и муниципального уровня можно взять технологию рейтингования депутатов Государственной Думы. Дополнится ее еще одним критерием, к тем трем, о котором я говорил. Это выполнение наказов избирателей. На заседании обсудили, как сделать так, чтобы уже в ближайшее время запустить уникальный проект, связанный с рейтингованием, а значит и с оценкой деятельности власти. Главная задача – активизировать действия органов власти. Рейтингование вводить нужно. Это и с точки зрения стимулирования хорошо, потому что лучшие на любом уровне будут иметь моральный стимул выполнять работу лучше, а те, кто отстает, будет возможность, соответственно, подтянуться. В закон Ульяновской области для обсуждения коллег на фракции будем обсуждать критерии контроля за отчетами, значит, и систему контроля тоже, видимо, нужно вводить нам. Последние социологические опросы показали, что по отдельным округам более 60% жителей ничего не знают о деятельности своего депутата. Сергей Иванович отметил, что органы власти, особенно муниципальные, должны быть хорошо понятны и заметны населению. Кристина Жако, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.